Друзья, всем привет! Посидели мы сейчас на пикничке у моря, ну и решили прогуляться по району. Напоминаю, находимся мы в район Спутника. Мы заезжали, но я как понял, по берегу проехали, мы уже ближе к угловому поселку. И вот здесь есть такой вот, такая достопримечательность. Посмотрите, как асфальт ровно уложен. Ты уже посмотрела, да? Да. Сейчас глянем. А посмотрите, ребята, наши приморские подснежники, адонисы. Вот здесь они цветут. Вон много уже. Солнышко пригревает, а это они в эту сторону распускаются. А дробь-то? Это после ледяного шторма. Да, ледяной шторм, когда у нас в ноябре прошел, до сих пор последствия. Это субботник, сейчас субботник будет. Да. Вот сколько адонисов желтеньких. Среди дубовых прошлогодних листьев. Упали, да? Давайте посмотрим. Смотрите, как красиво сделан мемориал. Сейчас глянем, почитаем. Авиаторам, пограничникам, бесстрашным часам Родины, вечная память. Ну и афоризм. Летчики не умирают, просто небо выбирает и созвездия замирают, когда их сердце сгорает. Летчики не умирают, просто в небо улетают и в небесный день китают. Эту историю мы не знаем. Надо посмотреть, погуглить. А года здесь, да, 12-38. Флагманский штурман. Погиб, выполняя боевое задание. Ему было 26 лет всего лишь. В 38 году. Погиб. Молодой. 26 лет, да? 26 лет ему было. Ну да, 12-38. Так. Ну это мемориальная доска командира части посвящена. Тоже погиб при выполнении служебного задания 17 сентября 1951 года в бухте Угловой, город Владивосток, подполковник Караческий. Тоже молодой, 7-го года, в 51-м погиб, ну конечно, 47. И как мы видим, все это... Все это ухожено, все эти памятники. Рядом войск. Часть воинская. Да, не будем секреты выдавать стратегические. Наша машина стоит вон там на побережье. Вон там речушка входит в море. И около нее наша машинка. Отдали. Дань памяти. Будем возвращаться. Помним их поименно. Мы-то помним, мы и войну помним. Но помнило бы нынешнее поколение. Какое небо красивое сегодня. Ой, вообще ветер, правда. Да, сильный ветер. Все, друзья, продолжаем нас смотреть, не переключайтесь, мы для вас покажем еще много-много чего интересного. Надеемся, что в скором будущем откроет наш китайский
Китай, сосед. А? Я показываю. Что за хорошие показываю? И скоро будут новые видосики. Коротенькие. Да, гаражи, наверное, это с Фокина посвозили сюда, теперь откуда. Или хотя тут где-то павильоны в трудовом. Вон. Ладно, что ты там это сказал? В 90-х годах там павильончики. Не вон тот интересно заинтересовал. Да. Ну, там дальше это стоит. Гараж, просто обычный. Нет, там где-то еще увидел. Это люди сидят вечерами. А, вечерами сидят? Я пошел в гараж, да. Беседка. Ну, хорошая беседочка, да. Блядь. В гаражах. Так. Отлично. Ну все, всем пока. До новых встреч, друзья.